«Мой дом, моя крепость», гласит известная поговорка. Но если в этой крепости течет крыша, а стены буквально трещат по швам, то хорошего здесь крайне мало. А если, ко всему прочему, дом является памятником архитектуры и все ремонтные работы необходимо согласовывать, то собственникам жилья впору схватиться за голову. Проблемой номер один для жильцов усадьбы Дюрингера является сильно обветшавшая крыша. Кое-что своими силами подлатали еще в прошлом году, но пришедшая в негодность кровля требует капитального ремонта. На предварительной консультации в городской мэрии жителям рассказали, во сколько примерно обойдется этот ремонт. Администрация ориентировочно оценила где-то около 2 миллионов эту работу. Мы сами примерно прикинули, где-то это 500 будет. Разница огромная, даже не знаю, как, с чем это связано. Может быть, оформление документов – большие деньги. Мы не готовы платить такие деньги, у нас их просто нет пока. Короче, течет, нужно делать. В принципе, деньги мы не можем никак собрать, потому что мы только недавно ушли из управляющей компании. Там денег нет, мы только начали собирать, и денег не хватает. В усадьбе Дюрингера проживает всего 20 семей. Собрать столь значительную сумму быстро не получится. Из общего числа квартир 3 являются муниципальными, а значит, жильцы могут претендовать на софинансирование из городского бюджета. Но, как пояснили в мэрии, сначала придется собрать всю сумму полностью, и только после этого город сможет выделить средства. Здесь речь идет о стоимости, ну, никак не ремонт обычного многоквартирного дома. Конечно, здесь речь идет совсем о других деньгах, то есть здесь цены будут на порядок выше. Поэтому затраты свои, в общем-то, жители осознают, что понесут достаточно серьезные расходы на проведение этого ремонта. Ну и муниципалитет, с своей стороны, не устраняется от решения этой проблемы. В доме есть муниципальное жилье, и в доле муниципального жилья муниципалитет на всех этапах готов осуществлять финансирование проведения этих работ. Чиновников Департамента культуры стоимость работ, названная в мэрии, озадачила. Хотя ремонт памятников архитектуры требует наличия грамотно составленного проекта и привлечения специализированных организаций, но сумма, по их словам, может быть значительно меньше. Из практики мы видим, зачастую эти цены просто завышаются. Вот. Здесь не нужно делать какой-то большой комплексный проект реставрации. Здесь достаточно локального проекта только на, скажем, устройство либо стропильной системы, либо просто покрытие металлом. Вот. То есть я думаю, что этот проект на самом деле не стоит таких денег. Вот. А то, что касаемо привлечения организации, имеющей надлежащую лицензию, ну, это требование закона. Наряду с финансовым важным остается вопрос о включении усадьбы Дюрингера в единый реестр объектов культурного наследия. В департаменте утверждают, что городская администрация не спешит готовить необходимые документы. С марта 2011 года департамент пытается разрешить этот вопрос с администрацией. Уже прошло времени более года. Мы знаем, что администрация высказала свою позицию о том, что да, они будут заниматься этим объектом, да, они будут готовить документы для включения в реестр. Однако, поставив на сегодняшний день, администрация не представила в департамент, в орган, уполномоченный законом, для принятия решения о включении такого объекта в реестр. Ждать, чем закончится переписка чиновников и когда придет помощь, жители уже не могут. Они склоняются к мысли о том, чтобы самостоятельно начать ремонт, хотя и знают об административной ответственности. А пока ситуация остается неразрешенной, вершающий замок привлекает внимание кинематографистов. Более месяца в доме Дюрингера ведется работа над короткометражным фильмом. Мистический детектив, снятый в стенах усадьбы, будет носить название «Зеркальные залы». Замок в стиле модерн как нельзя лучше подходит для места съемок. Ванны таких домов больше нет, он вполне такой исторический, не вписывается в современную архитектуру. Вот, и подходит под наш сюжет, самое главное. Если слова чиновников так и останутся словами, как это происходит уже на протяжении нескольких лет, то в скором времени, пожалуй, в дом Дюрингера будут приезжать, чтобы снимать на его руинах фильмы ужаса. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ, Иваново.